Завальный раз в полгода посещает свой избирательный округ, а это вся западная часть Югры. Если раньше депутат рассказывал о своей работе в комиссии по энергетике, он является ее председателем, то теперь решил подробно остановиться на экономической ситуации в стране и на том, как она будет развиваться в ближайшем будущем. Не надо думать, что сейчас специальная операция закончится, и мы восстановим дружественные отношения с Западом. Нет, не восстановим. Цель Америки была не в этом. Все разрушить. Они цели достигают. Достигают свои преференции. Тому пример взрыв газопроводов. Когда они кончат Францию экономически и Германию, понятно, что уже не будет локомотива развития. Соответственно, Европа становится на правах уже колонии, по сути, американской. В связи с этим главным приоритетом государственной политики становится технологическая самостоятельность. Если 10 лет назад зависимость от импорта в нефтегазовом секторе составляла 60%, то сейчас уже 40%, а к 2030 году мы должны избавиться от нее полностью. Такая же задача стоит и во многих других сферах, в частности, здравоохранение. Причем свои должны быть не только лекарства, но и медицинское оборудование. Сегодня, можно сказать, закладывается фундамент будущего нашего развития на много лет вперед. Теперь самая главная задача, конечно, это экономика. Экономика напрямую связана с импортозамещением. Но понятно, все заместить невозможно. Достижение так называемого технического суверенитета, чтобы мы умели делать все, включая полупроводники, те же самые. Санкционное давление удается сдерживать, но легко не будет. Нефть сейчас продается гораздо дешевле той цены, которая была заложена в бюджете. На социальных программах это пока не отразилось. Более того, пенсии проиндексированы выше инфляции, а маткапитал в этом году значительно прибавил. Цены в магазинах тоже растут уже не так стремительно, как это было в начале 2022-го. Правда, экономистов это не так утешает, поскольку причина снижения инфляции в падении покупательского спроса. Если так проанализировать, у нас всегда развитие страны как раз шло, когда было тяжело. Вот эта мобилизация не на бумаге, а на практике, она как раз дает такие результаты. То есть нам надо мобилизоваться каждому в отдельности, все вместе, вот, работать больше в интересах страны, и тогда все у нас получится. Реформа, очевидно, ждет и сферу образования. Страна будет постепенно уходить от болонской системы, которая имеет как большие плюсы, так и минусы. К последним относят потерю наиболее ценных молодых специалистов, которые уезжали на Запад. Что касается северных территорий, для нас вопрос привлечения кадров является одним из краеугольных. В последние десятилетия кадровый дефицит испытывают практически все сферы – и производственные, и социальные. Между тем, именно от жителей северных регионов во многом зависит экономика страны. На севере всего работает 6% населения страны, но при этом обеспечивают 30% ВВП. Поэтому надо стимулировать и ехать на север работать, и жить на севере. А сейчас стимула мало. Вот если еще там 20 лет назад мы анализировали, средняя зарплата в нашем округе была в 4 раза выше, чем в среднем по стране, то сегодня выше всего в 1-1,5 раза. И сегодня уже деньги не привлекают. Но единственное, что удерживает, это социальное обеспечение, вот, учитывая систему образования, медицинское обеспечение, социальная структура, которая создана, она, ну, скажем так, значительно лучше, чем во многих регионах страны. С культурными событиями на севере тоже не так хорошо, как в крупных городах. Завальный не первый раз говорит о том, что Нефтеюганску нужен свой театр. Но сейчас даже культурный центр для горожан закрыт. Депутат Госдумы пытался помочь, пока безрезультатно. А вот с пушкинской картой, по его словам, решить вопрос вполне реально. Просим вот рассмотреть, как ходатайствовать перед Госдумой, пересмотреть возрастной ценз пользователей этой пушкинской карты. Сейчас у нас 14 до 22 лет. Вот есть предложение взять за основу закон о молодежи и увеличить верхний возраст до 30 лет. Так сказать, оказать поддержку молодой семье. Законодатель давно продолжает заниматься и темой пенсионного обеспечения северян. Он считает, что к пенсиям нужно применять такой же районный коэффициент, как и к зарплатам. Кроме того, вместе с нефтегазовым профсоюзом он лоббирует идею досрочного выхода на заслуженный отдых по состоянию здоровья. Например, если у человека гипертония. В заключение депутат напомнил, что он, как и его коллеги, всегда открыт. Можно направить в Госдуму электронное письмо с любыми вопросами и предложениями, и оно не останется без ответа. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».